был инцидент в прошлом году в вашей школе по поводу учебников и программ. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Что вы можете сказать по этому поводу? Инцидент у нас был такой. Мы в библиотеке были на мировая литература на английском языке. Не учебниками. То есть не учебники, а просто литература. Литература, мировая литература. А для чего она использовалась? Не для чего, она даже была так закрыта, не совсем свежая. Так что... А так у вас музей есть какой-нибудь? Музей есть, но он у нас закрыт. А посмотреть нельзя? Нет. Почему? Потому что отдел образования его нас закрыло, потому что мы его реставрировали. И это но для... посмотреть своего нельзя? Нет. Почему? Ну, раз мне его приказали закрыть, я его закрыл. Кто приказал? Отдел образования. По какой причине? Потому... Музей как можно закрыть? Ну, там музей был. А что за музей, можете рассказать? Музей была история, вся история школы. Я музей вам покажу через неделю. Я открыть музей не могу. Я когда вот это через неделю буквально. Посмотрели глазами. Почему? Потому что вы его сфотографируете, и раз у меня приказано музей закрыть, у меня музей закрыт. А как давно вы начали это уже? Ну, это уже начали. Когда? Переводить это все. Когда вы начали? А почему раньше не делали? Ну, потому что раньше он у нас был закрыт. Ну, закрыт. Доступа не было вообще? Дети не ходили? Нет, никто не заходил. Он был закрыт. По 60 лет мы его открыли, мы его зашли. И как бы на грузинском языке было. Вот оставили, потому что была история, раз его оставили. А потом мы его взяли. Здесь ученики этой школы, да? Это бывшие ученики этой школы, бывшие. Я могу просто запечатлеть...